Я капитан Антонов. Только что положили моего друга. Мы с ним служили 10 лет вместе. Учились. Только что он погиб впереди. Поймите, что эта война не нужна никому абсолютно. Мы здесь находимся, мы будем воевать до последнего момента. Я буду мстить сегодня, завтра, пока буду живой. Но я приеду туда, домой, к себе. Я буду мстить тем, которые нас послали сюда. Это однозначно. До конца жизни буду мстить. Вот у меня автомат, я его не сдам вообще. Я буду стрелять тех, которые отправили сюда. Только прошу единственное, по радио не передавайте эту херню, которая там идет. От ласовцев и остальных, которые говорят, что мы враги народа. Что мы здесь убиваем мирное население. Тут мирное население сидит вот здесь. А мой товарищ лежит рядом, без руки. Не смогли его спасти. Все, ребят, не могу.